Каких знаков зодиака в мае 2021 года ожидает богатство? Астрологи назвали знаки зодиака, которые в течение мая смогут разбогатеть. Зная свой гороскоп на май, можно заранее составить план действий и выделить важные моменты в своей деятельности. Телец. Представители этого знака зодиака почувствуют уверенность в своих финансовых вопросах. Больше всего это затронет тех тельцов, которые собираются сделать в мае крупную покупку. Интуиция их не подведет, и новое приобретение быстро окупится. Удача будет благоволить им, особенно в финансовой сфере. Однако все может разрушиться из-за расточительности. Излишняя благотворительность также может повредить финансовому состоянию тельцов. Близким людям нужно помогать в тяжелой ситуации, однако кто-то может давить на жалость слишком рьяно. Дева. Удача в мае станет верной подругой для дев в бизнесе и карьере. Им может несказанно повести в конкурсе или лотерее. Поэтому девам действительно стоит рассчитывать на свое везение. Благоприятное стечение обстоятельств и результаты ваших трудов, все пойдет в дело и поможет создать прочный фундамент благополучия на долгие годы. Удачные вложения смогут обеспечить хороший доход в будущем. Рыбы. Представители этого знака наконец-то смогут отдохнуть. В мае бык будет исполнять любое их желание. Однако почивать на лаврах смогут лишь те, кто отлично отработал прошлый месяц. Многие рыбы именно сейчас отправятся в отпуск, что позволит со спокойной душой забыть о делах. Тем же, кто продолжит трудиться, будет сопутствовать удача. Творческие рыбы наконец смогут реализовать свои амбиции в полной мере. Именно в мае простое хобби сможет перерасти в серьезный бизнес, приносящий неплохой доход.